сбора сосновых почек – это ранняя весна, обычно март-апрель, когда почки только-только тронулись в рост, находятся в стадии набухания, но еще не распустились. Обычно почки растут целыми гнездышками, это 4-5 почек. При сборе мы как раз отрываем все гнездышко и, собственно говоря, таким образом их и заготавливаем. По химическому составу сосновые почки очень уникальны. В их состав входят различные дубильные, эфирные масла, конечно же, смолы и различные витамины, такие как А, К и В. Итак, мы собрали необходимое количество сосновых почек, и нам необходимо их просушить. Сосновые почки сушат 3-4 недели при комнатной температуре, разложив их тонким слоем на слой бумаги или еще какой-либо поверхности. Вам сейчас рекомендую проводить курс очистительных процедур. И начать можно, пожалуй, с очищения легких. Для этого нам нужно приготовить отвар для очищения легких, для того, чтобы вывести частицы смога из легких. Возьмите столовую ложку почек сосны. Вообще хвойные деревья очень хорошо влияют на легкие. И, соответственно, отвар из хвои, из почек сосны замечательно воздействует на дыхательную систему нашего организма. Столовую ложку почек сосны вам нужно залить горячей водой и настоять в течение 30 минут, пока не растворятся смолы. Настояли, процедили, и пить этот отвар нужно несколько раз в день, 3-4 раза в день по полстакана в течение 4 недель. Этот отвар не только выводит слизь из организма, но и дезинфицирует кровь и легкие, очищает от микробов. И особенно на ночь полстакана выпивается, такую достаточно большую дозу. Способ приготовления настоя из сосновых почек крайне прост. Нужно щепотку, это где-то столовая ложка почек, залить стаканом крутого кипятка. Когда кипяток в стакане остынет, настой готов. Пить рекомендуем понемножку, по глоточку, по два, каждые полчаса или 45 минут. Дело в том, что эфирные масла березы сосновых почек долго не хранятся в настое, и поэтому желательно заваривать 2-3 раза в день. Свежеприготовленный настой сосновых почек прекрасно вылечит наши органы дыхания, протонизирует сердце, и мы будем здоровы.